дать отпор от колдовских воздействий, наводящихся со смертельным исходом. Если бы у вас был напор колдовских воздействий, которые бы могли закончиться вот таким смертельным исходом, то, скорее всего, вас бы уже не было. Потому что если бы это было со смертельным исходом наведенное колдовство, то вы, скорее всего, бы уже довели себя. И наведенное доводит. Поэтому, если вы не довели, то то, что вы делаете, делаете правильно. Вообще, я могу сказать, что очень часто люди не могут диагностировать психические заболевания свои и очень часто путают, и на фоне вот мнительности высокой, на фоне появления там каких-либо заболеваний, параноидной шизофрении или маниакально-депрессивных состояний, там синдромов всевозможных, там Кандинского, Клерамбо и так далее, у человека развивается мнительность, после этого он начинает подчеркивать для себя особенности, посещая какие-либо курсы или смотря какое-либо видео, истощает сознание. Как правило, это происходит на фоне стрессовых ситуаций, длительно, много стресса, много кортизола, и в дальнейшем это приводит человека к тому, что у него появляется навязчивая идея, он не может с ней справиться. Этого и ждут вокруг него большое количество людей, которые хотят на этом заработать. Такие люди называют себя как угодно, колдунами, магами и так далее. Попав один раз к таким людям, такие люди ставят один и тот же диагноз, он всегда прописан и звучит так. Человек приходит, у него есть паническая атака или у него есть навязчивая идея, в ходе которой он думает, что на него влияет большое количество колдунов. Он имеет 1000 доказательств, но я могу сказать, что, как правило, это не объективное восприятие происходящего, и такой человек, приходя к таким людям, конечно же, получает подтверждение. Для людей, которые пытаются ему оказать помощь, как он думает, для них это очень выгодный человек, потому что они начинают говорить, что да, мы поможем тебе. Как правило, это длится долго, они приходят, говорят, вот еще чуть-чуть, когда понимают, что человек не готов платить или у него нет денег, ему отказывают и говорят, что, к сожалению, мы тебе помочь не можем, твое колдовство на смерть, оно очень далеко затянулось, живи теперь как хочешь, ищи другого человека, и человек потом начинает искать вопросы, какие-то обряды, все это заканчивается потом навязчивыми идеями, то есть по-другому можно сказать, заболевание прогрессирует, лечение человек не получает, и в дальнейшем все ухудшается и ухудшается и ухудшается. Очень жаль таких людей, которые не могут идентифицировать психические заболевания. Как правило, человек, который болеет психическим заболеванием, он обижается на мои слова и никогда себе не подтвердит такого диагноза. Конечно же, как избавиться от колдунов, как проявляется это все, смотрите. Можно ли каким-либо образом определить влияние? Ну вот, допустим, приворот каким образом определяется? Приворот определяется так. Живет с вами мужчина и все хорошо. Любит вас, ни на что не смотрит, никуда не собирается ни бегать, ничем не заниматься, ни так далее. Потом на него, на этого мужчину начинает влиять приворот. То есть его начинает привораживать. То та девушка или тот человек, который совершил этот приворот, делает подселение в него необузданного духа, целью которого является секс. Что происходит при этом у мужчины? У мужчины происходит секс, не секс, а навязчивая идея. То есть у него в жизни все хорошо. Он обожает свою жену, обожает свою семью, обожает там. И вдруг у него заскок в голове. Он начинает искать какие-то путешествия. Ему нужно все время секс. Хотя объяснить себе для чего, если у него все было хорошо. В семье все хорошо, в отношениях и так далее. И он не может. И он потом становится таким. Он может изменяться в характере, но он не может себя в этот момент контролировать. Проклятие такое бывает, блуда, когда приворот был сделан отцу многократно, после этого отец умирает, и одному из сыновей, которые, как правило, самые меньшие, этот приворот передается. И вот такой блуд приворота, он начинает мучить потом самого младшего ребенка, или, ну, как правило, если от отца, то к мальчику, если от жены, то к девочке. Ничего не может сделать человек, ему даже не нужны эти отношения, и секс ему не нужен, он ничего не может сделать. Его просто вот колбасит, он туда
направляет свое внимание, и периодически у него вспышки, он ничего не может делать. Особенно если периодически появляется алкоголь, тормозящие моменты сознания, они расслабляются, и человек, вот влияние вот такого блуда происходит. Можно ли каким, ну, отвечу я все-таки, если же вы все равно считаете, что у вас очень тяжелое влияние, и большое количество людей преднамеренно пытается на вас влиять, я не верю на самом деле, но это ваше дело и это мое дело, знаете, высказывать свое мнение, вы можете оставаться при своем. Что необходимо делать в случае, если вы ощущаете это? Итак, несколько таких моих советов. Первое, огонь или пламя. Бесы боятся пламени, поэтому зажигаете огонь, при этом представляете, не входите в него, а представляете, будто вы берете части этого огня, кланяетесь перед ним, говорите: «Огни, очисти меня», и производите такую пуджу очищения. Сначала мысленно представляете, будто берете огонь левую руку, правую руку, после этого лицо, за себя, после этого на тело, на ноги. Выполняете это на протяжении там каждой субботы, ну хотя бы там 7-9 суббот. Таким образом исчезают такие проблемы, которые связаны с навязанными чужими людьми влияниями. Как защититься от этого всего? Поможет ритуальная защита, о которой я рассказываю на бесплатной и платной первой ступени. Это когда человек прикладывает к себе руки и произносит «Айм Хридая Намах, Ом Клим Шираси Сваха, Ом Сакух Шикьява Сат, Ом Сакух Кавачак Яхум, Ом Пхувах Нитар Троя Сат, Ом Хурпхуват Пхат». Таким образом, человек выстраивает свой персональный эгрегор влияния, а также устраняет энергетическое влияние на себя. Я считаю, что в случае, если осознанно ставить на себя ритуальную защиту, это делать на протяжении нескольких месяцев, то в большинстве своем все вот такие элементы влияния, которые могут производиться чужими людьми на человека или на его семью, могут быть аннулированы. Третье, это чтение мантры от духов, это мантра какая-нибудь там самая простая, это мантра, можно использовать, допустим, мантру Брахмы, потому что, представлять при этом себя необходимо гранитом черного цвета или базальтом. Базальт — это камень такой черный, прям представлять, будто вы памятник черный и все тело покрыто у вас черным. Также можно представлять, будто в глазах у вас отражение, и там как будто два огонька сигарет, и со словами «пыс-пыс», вот так «пс-пс», каждый день по 2-3 раза затушивать. Также я считаю,